Евросоюз против анонимных транзакций. ЕС снова вернулся к вопросу привязки данных владельца к криптовалютным кошелькам. Правительство предполагает, что финансирование террористов проводится через биткоин, так как он обеспечивает анонимность транзакций. Как отметил гендиректор сербской биткоин-компании «Битник» Петер Трсек в интервью coinidal.com, подключение идентификации к кошелькам нецелесообразно. Пользователь может иметь разные криптовалюты и несколько кошельков.